эти новогодние рождественские дни в Новокуйбышевске в плавательном бассейне «Дельфин» юбилей. Исполнилось 20 лет «Елки на воде», единственной у нас в России. Сколько радости доставила лесная гостья, установленная в плавательном бассейне за два десятилетия новокуйбышевской детворе. Даже если не умеешь плавать, поневоле захочется встать в хоровод у новогодней елки и скатиться вот с такой чудо-горки. Сколько же надо иметь любви, чтобы создать детям в обычном бассейне такой чудо-праздник. И даже если у тебя посинели от ныряния губы, жаркая сауна даст тебе положительные эмоции. Вот поэтому-то и мы не утерпели, полезли в воду. Кстати, наша съемочная группа проделывает рождественское омовение в «Дельфине» не один год. В этом году выделено 800 подарков, значит, 10 миллионов выделено на игрушки. Ну и вот проводим традиционные ежегодные елки три раза в день с 28 декабря по 13 января. Это ежегодно по три елки. В день присутствует до 1500 детей с родителями, с бабушками, с дедушками, отдыхают, катаются с горки. Дед Мороз устраивает концерты, вручают самым маленьким, вручают подарки, также те, которые не участвуют в аттракционах. Но больше всего детям нравится это вот плавание. Что ж, долгих лет тебе жизни, новокуйбышевская елка на воде. Будь всегда такой гостеприимный для детворы в дни зимних школьных каникул.